Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Элерт Николай Людвигович, живописец, график и декоратор. Русский художник-живописец, график и декоратор. Родился в 1845 или в 1844 году. Точных данных нет. В дворянской семье военного ветеринарного лекаря. В конце 1860-х брал частные уроки живописи у Каменева Льва Львовича. Некоторые искусствоведы утверждают, что это он провоцировал его на приверженность пейзажной живописи. Я цитирую Википедию. В 1875 году возглавлял работы по оформлению сцены городского театра в Казани. В 1875-1883 годах посещал Московское училище живописи, ваяния и зодчества в качестве вольнослушателя, где занимался под руководством Саврасова Алексея Кондратьевича. Во время учебы подружился с Левитаном и Коровиным. В 1879 году за исполненную пейзажную картину «Полдень» подали ходатайство Совету Московского художественного общества с просьбой наградить художника большой серебряной медалью и принять в число постоянных полноправных учеников. Но совет ходатайство отклонил. В 1883 году за живописную картину «Ночное» был награжден большой серебряной медалью присвоением звания классного художника третьей степени. В основном писал пейзажи, натюрморты, анималистические картины и бытовые жанровые сцены. В 1886 году рисунки Элерта вошли в каталог периодических выпусков рисунков русских художников. В 1893 вместе с другими 27 художниками создавал памятный альбом графических работ членов Московского товарищества художников. Этот альбом подарили меценату Полякову Лазарю Соломону. В последние годы жизни Элерт ослеп и практически не работал. С 1878 года Николай Людвигович участвовал в художественных выставках Московского училища живописи, ваяния и зодчества. С 1884 года стал членом-экспонентом легендарного Московского общества любителей художеств, а с 1886 по 1899 был полноправным членом этого общества. Николай Людвигович Элерт умер 22 июля 1901 года в Москве. Ну вот так вкратце из Википедии, из каких-то данных, которые мне удалось найти в интернете, о живописце, графике и декораторе Элерт Николай Людвигович. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.